Апорт. Давай, неси, варяг. Неси, 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 давай, давай. Можно я попробую? Отдавай. Кому сказал? Сядь, сидеть. Давай. Варяг. На палку. Давай, пошел, пошел, пошел. Давай, варяг. Ну где ты там? Варяг. 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 Она что, мертвая? Варяг, ко мне. Ты уже определилась со шторами? Да, сегодня еду в салон. Обещают через неделю сшить. Сегодня опять буду поздно. Работы просто вал. Ну, мы же с тобой в кино собирались. Прости, сегодня вряд ли получится. О, мне пора. Подожди, я покажу тебе каталог. Шторы какие выбрала? Олечка, я полностью доверяю твоему вкусу. У тебя же художественное образование, я в этом ничего не понимаю. Мне главное, чтобы солнце по утрам не слепило. Не переживай, дорогой, слепить не будет. Все, побежал. Пока. На почту мне тогда скинь. Оля. Глеб? Я перезвоню. Привет, ты как здесь? Я 100 лет тебя не видела. Какими судьбами? Ты же вроде в Италию уехал. Да, все верно. Я там сейчас мебелью занимаюсь. Но приехал вот по делам. Ты как? Все хорошо. Вот ремонт только закончили. Знаешь, а ты совсем не изменилась. А ты изменился. Вообще не узнать. И прическа такая. Это итальянцы, они же по-другому стричь-то не умеют. Ты на всякий случай возьми мой телефон. А то вдруг еще с ремонт затеешь, я тебе на мебель хорошую скидку сделаю. Ох, нет, второй ремонт я точно не переживу. Очень рада была тебя видеть. Я тоже. Пока. Пока. Я на кухню хотела бы вот такие римские шторы, а в гостиную мне вот эти шторы понравились. Чудесный выбор. Но подождите, у меня еще кое-что есть. Сейчас я вам покажу. Алло? Думаешь, он тебя любит? Кто? Твой муж давно тебе изменяет. Я не знаю, кто вы и что вам нужно, но вы явно ошиблись с номером. Нет, это ты ошиблась. Твой Мишенька сейчас в отеле «Центральный» ждет встречи со мной. Можешь приехать и убедиться. Номер 210. Двухэтажный люкс, между прочим. Алло. Ну вот. Как вам этот вариант? Вот, значит, какой у тебя аврал на работе, да? Цветы. Шампанское. Когда все пошло. И кто она? Я ее знаю? Ты ее отлично знаешь. Оль, ну, сегодня же 5-е. Надеюсь, ты помнишь, что это за день? Ты что, издеваешься? Это годовщина нашего знакомства. Поэтому я решил устроить тебе сюрприз. Так сказать, встряхнуть тебя. Встряхнуть? Ну да, я позвонил в агентство розыгрыша и попросил придумать что-нибудь небанальное. По идее, ты должна была влететь в номер, наброситься на меня. Я ожидал бурю эмоций. Видимо,
Неудачная идея, да? Ну, главное, что ты пришла. Я тебе не верю. Секунду, подожди. Дорогая, это тебе. С годовщиной. Ну, серьезно? Ты сумасшедший? Да, я сумасшедший. Но только из-за тебя. Это все ты. Так же сводишь меня с ума. Как и 7 лет назад. Подожди. Да ничего страшного. Ну, кто-то стучит. Наверное, ошиблись дверью. Нужно посмотреть. Хорошо. Никуда не уходи. Я ей все рассказала, потому что мне надоело ждать. С ума сошла, уходи отсюда. Хорошо, я уйду. Но только расскажи ей сам, кого ты любишь. Пожалуйста, уходи, а. Перестань, это какая-то ненормальная. Не обращай внимания. Я узнала ее голос, это она мне звонила. Ты ошибаешься, это часть розыгрыша. Просто посмотри мне в глаза. Оль! Оля! Ну, думаешь, у него там все серьезно? Не знаю. Я давно подозревала, что он мне изменяет. Но он всегда находил оправдание. До самого начала было понятно, что он крутит тобой. С работы заставил уволиться, дома посадил. Ну, это же было мое решение. Он начинал свой бизнес. Ему должен был кто-то помогать. Да. Зато теперь у него все в шоколаде. Он еще и любовницу завел. Ты всегда его не любила. По-моему, кому-то срочно нужно пойти на свидание. Развеяться, повысить самооценку. Нет, это плохая идея. Поверь мне, легкий флирт еще никому не повредил. Катя. Между прочим, ты сама во всем виновата. Я? А кто? Ты настолько увлеклась своим чертовым ремонтом, что вообще перестала обращать на меня внимание. Целый месяц, каждое утро, ты упорно не замечала, как меня бесит солнце, пока я не сказал тебе об этом прямым текстом. То есть ты изменил мне из-за штор? Наши отношения зашли в тупик. Куда ты идешь? К ней? Это была случайная связь. Ну ты же опять мне врешь. Ты можешь мне не верить. Это твое дело. Но нам лучше пожить отдельно. Такое-то время. Так, все. Миша! Ключи на полке. А на мобильный звонить не пробовали? Здрасте. Ну, пробовала, конечно. Он недоступен. А вдруг что случилось? Оля! Олечка! Все Оль. В порядке? Привет. Привет. Ну и пусть катится. Ну как можно жить с человеком, который тебя ни во что не ставит? Ты не понимаешь. Ни один мужик не стоит таких страданий. Слушай, я вообще по делу пришла. Ты в курсе, что сегодня день встречи выпускников?
15 лет с дня окончания школы. Я никуда не пойду. Что значит не пойду? Явка обязательно. Оль, ну зачем рождать лишний повод для сплетен? Ты же прекрасно знаешь, что не приходят всегда только неудачники. Мне все равно, что они подумают. Вообще-то я тебя уже в салон записала. На прическу и на макияж. Кать, мне не нужен никакой салон. Оль, ну ты вообще себя видела? Давай, бери себя в руки, наводим рафет. Мне нужно бежать. Жду тебя вечером в ресторане. Ну? Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас ожидают? Да, у нас здесь встреча одноклассников. Я вас провожу. Пожалуйста. Привет. Привет. Спасибо. Где все остальные? Не знаю, наверное, опаздывают. Я ко времени пришел. Вино или шампанское будешь? Скажи, а тебе Катя звонила по поводу встреч? Катя? Ну что ж, я думаю, мы можем больше никого не ждать. А вот это передайте мне. Наверное, она решила устроить нам свидание. Ну, Саш, я, в принципе, не против. А ты? А я, пожалуй, буду в шампанское. Отлично. Ой, я вспомнила, как ты выступил по поводу героя нашего времени. Мне кажется, там учителя до сих пор в шоке. Ну, я, между прочим, сказал правду. Я до сих пор считаю, что Печорин очень мерзкий тип. Да. До сих пор так считаю. А это все потому, что ты всегда был бунтарем. Ты всегда самая красивая девчонка в классе. Тебе спасибо. Ну вот, пришли. Спасибо, что проводил. Нет, до самого подъезда. А, если, кстати, твой муж не будет против? Он в командировке. Так, 5-4-3-3-2-7-1. Алло. До сих пор помнишь? Я все помню. Дверь в квартиру открыта, я просто боюсь, что там кто-то есть. Посмотри, ничего не пропало.
Осторожно порежешься, я сам. Я сам их положи. Иди-ка присядь. Держи. А веник и совок где? В ванной. А. Ты так не переживай, это, скорее всего, сквозняк. Мы с мужем недавно поругались. Может, поэтому фотография разбилась? Ты просто забыла дверь закрыть. А если здесь и правда кто-то был? Ну, замок не взломан. Хотя на всякий случай его можно поменять. Если ты хочешь, я могу остаться. Нет, не нужно, спасибо. Что-то я и правда паникую, да? Ты прав, я просто забыла закрыть дверь. Ты в порядке? Да. Я тогда пойду. Да, это я. Вы кто? Из 31-й больницы вас беспокоит. Ваш муж у нас. А, господи, а что с ним? Что-то случилось? Простите, к нам сегодня поступил после аварии мой муж, Крылов Михаил. Да, поступил. Он в 13-й палате, но к нему нельзя. Ему необходим покой. Мы ввели его в медикаментозный сон. Что это? Кома? Не нужно так переживать. Ему дали лишь легкий наркоз для того, чтобы провести МРТ. Просто скажите, что с ним? Небольшое сотрясение можно. Пару царапин. И все? А почему я его домой не могу забрать? Девушка, у вашего мужа была кратковременная потеря памяти. Я уверен, что память полностью восстановится через какое-то время. Сейчас вам лучше ехать домой. Приезжайте завтра. Я могу здесь подождать. Оставайтесь, но к мужу в палату нельзя. Всего доброго. Да. Оль, привет, это Глеб. Как тебе фото? По-моему, прикольное. Глеб, извини, сейчас неудобно говорить. Я в больнице, у меня муж в аварию попал. Что-то серьезное? Пока не знаю. Оль, может, нужна какая-то помощь, ты скажи. Нет, не надо, Глеб, извини, не могу говорить. Тебе нельзя вставать. Я очень рад, что ты здесь, со мной. Ты помнишь, что произошло? Там был крутой поворот. Я не вписался и вылетел с дороги. Вся жизнь перед глазами пролетела. Я, знаешь, я понял единственную вещь. Ты мой самый родной человек. И все, что мне нужно, чтобы ты была рядом. Всегда.
Я знаю, сколько боли тебе причинил, но поверь, это все в прошлом. Ты простишь меня? Конечно. Мне было так плохо без тебя. Пустяки. Не обращай внимания, заживет. Я так рада, что ты дома. Знаешь, я очень пожалел, что ушел. Хотелось сразу вернуться, но боялся, что не поймешь, не простишь. Давай мы не будем об этом вспоминать. Уснул, как убитый. И сквозь сон я чувствовал прекрасные запахи. Давай я тебе ужин разогрею. Так это был не сон. Ну вот, другое дело. А то темно, как в склепе. А что это с тобой? Тебя же раньше всегда раздражало солнце. Может, это потому, что раньше я не знал, что такое темнота, когда сознание отключается. Как будто свет выключили. Пойду в душ. Ты уверен, что тебе надо на работу ехать? Может, отлежишься пару дней? Мне уже гораздо лучше. Ты же знаешь, бизнес не ждет. Так что болеть мне некогда. Ты не переживай, я на твою машину не претендую. Подожду, пока мою из ремонта вернут. Да мне не жалко, просто доктор сказал, что тебе пока рано за руль. Поэтому поеду на такси. Не волнуйся, детка. Все будет хорошо. Детка? Так. Оль, привет. Звоню узнать, как твой муж. Привет, все хорошо. Его выписали.
Глеб, мы помирились. Да я рад за тебя. Правда рад. Спасибо. Глеб, ты не звони мне больше, пожалуйста. Хорошо. Обещаю больше никогда не беспокоить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Ольга Крылова? Да. Тогда этот букет для вас. О. А кто его прислал? А там внутри открытка. Распишитесь, пожалуйста. Угу. Всего доброго. Спасибо. Здравствуй, Олечка. Здрасте. Да? Алло. Кто это? Не молчите, говорите. Если это ты прислала букет, то оставь меня и моего мужа в покое, поняла? А вот здесь подпишите, пожалуйста, в первую очередь. Подожди, хочу сам посмотреть. Ну, вы что, мне не доверяете, Михаил Петрович? Миша! Оля, что-то случилось? Ирина, сделай нам кофе, пожалуйста. Это она? Это она, твоя любовница? С чего ты взяла? Ну, это же она была в гостинице тогда. О, мы же договорились. Не ворошить прошлое. Я и не собиралась, но мне кто-то прислал сухие розы, чертополох, еще и записку поздравляю с новой жизнью. Кто это мог сделать, если не твоя любовница? Ладно, поехали, посмотрим, что там у тебя за букет. Так. Ну, допустим, розы совсем не сухие. Да и чертополоха я чего-то не вижу. Это не тот букет. Тот букет был в упаковке. Я его бросила. И упаковка, и открытка куда-то пропали. И что это значит? Миш, я не понимаю. Может быть, тебе показалось, что с цветами что-то не так? Нет, мне не показалось. Должно же быть какое-то разумное объяснение, детка. Детка? Миш, ты никогда меня так не называл. Не называл. Теперь называю. Ты против? Я на днях пришла домой, и у нас была открыта дверь. И у меня было такое чувство, что здесь кто-то побывал. То есть ты хочешь сказать, что кто-то опять проник в нашу квартиру, чтобы подменить букет и украсть открытку? Ну, мне точно его кто-то подложил. Детка, ты меня не разыгрываешь. Просто такие букеты обычно дарят влюбленные поклонники. Может, в этом все дело? Ладно, извини. По-моему, ты просто устала. Мне кажется, тебе нужна куда-нибудь сходить, отвлечься. А мне пора вернуться на работу. Подожди, ты скоро? Постараюсь пораньше.
Спасибо. Сумасшедшая! Да это соседка моя с ума сбрендила. Да с чего ты решил, что это Глеб? Может, это брошенная любовница твоего Миши постаралась? Сначала я тоже так думала, но потом же мне этот букет кто-то подменил. А помнишь, Глеб однажды залез ко мне в окно с цветами? Ну, ты смеешься. Ему 17 лет было, влюбленный мальчишка. Да, звучит глупо, но было еще кое-что. Мне позвонили и включили ту музыку. Ну, ту самую, которая звучала, когда мама погибла. Но мне до сих пор в кошмарах снится. Про эту музыку знали только самые близкие. Это ты, муж и Глеб, он точно знал. Слушай, ну Глеб нормальный мужик. Я уверена, что он на такое не способен. Ему больше делать нечего, что ли? Сама подумай, зачем ему это нужно? Господи, я уже жалею, что я вам эту встречу подстроила. Женщина, я не могла об этом не думать. Мы же вроде договаривались, что начнем все сначала. Хотя бы попытаемся. Я пытаюсь, но, видимо, мне нужно больше времени. Прости. Я понимаю. Давай спать. Доброе утро. Сколько времени? Только 7 утра. Сколько? 7. Я сегодня весь день расписан. Первая встреча на другом конце города. Ну, давай я тебе хоть кофе сварю. Давай, детка. Только быстро. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Мне нужна информация об одном вашем постояльце. Извините. Оля, ты? Да, это я. А ты что здесь делаешь? Жду клиента. В гостинице? Ну да, он иногородний. Сейчас он спустится, и мы пойдем смотреть объект. А что случилось? Сначала я думала, что это Глеб. Но теперь я поняла, что это все ты. Ты прислала мне букет, это ты мне ставила эту страшную музыку. Ты подсовывала мне Глеба, чтобы я скорее рассталась со своим мужем, потому что сама с ним шашни крутишь у меня за спиной. Я? Ты вообще в своем уме? Да я же видела тебя в гостинице. Я видела брюнетку, и у тебя точно такие волосы, как у нее. А давай. Давай,
Давай, мы вместе будем сидеть и ждать твоего клиента. Оля, что за бред? Ты же сама мне говорила, что тебе звонила любовница, потом ты узнала ее голос в гостинице. То есть, по-твоему, это была я? Ну, ты же могла голос изменить, да? Крылова, ты вообще себя слышишь? Давай, посидим и подождем. Знаешь, по-моему, тебе стоит показаться врачу. Мне кажется, у тебя проблемы с головой. Ну куда же ты? Что, не хочешь своего любовничка дождаться? Какой номер забронирован на Михаила Крылова? Это конфиденциальная информация, не могу сказать. Это мой муж. Я хочу знать, в каком он номере. Девушка, успокойтесь, пожалуйста. Вы скажете или нет? Хорошо, сейчас посмотрим. Такого гостя у нас в отеле нет. Как нет? Нет. Извините. Кого-то подозреваете? Да. Это моя подруга Катя. Она же любовница моего мужа. Подождите. Вы сами в заявлении пишете, что нападающий был мужчиной. Да, но она же могла кого-то нанять. Вы понимаете, там все сходится. Мой муж ее бросил, а она теперь пытается его вернуть. Здравствуйте. Я муж Ольги Крыловой. Детка, ты в порядке? Здравствуйте, здрасте. Присаживайтесь. Мы тут как раз про вас говорили. Вот ваш супруг утверждает, что вы изменяете ей с ее подругой Катей. Это так? Что? Конечно, нет. Я все знаю. Это она прислала мне букет с чертополохом и сухими розами. Ну да, а потом вернулась и подменила его. Ты же так рассказал? Я ей когда-то оставляла ключи, и она спокойно могла сделать дубликат. Детка, когда-то — это когда? Мы недавно делали ремонт и сменили все замки. Ты забыла? Вы извините мою жену, у нее богатая фантазия, иногда чудится всякое. Она знала про эту чертову музыку! Знала! Извините, ради бога. До свидания. Ну все, договорились. Все, ладно, я понял. Катя? Вечером увидимся. Как тебе вообще такое в голову могло прийти? Я знаю, что ты собирался с ней в гостинице встречаться. Я читала твои смс утром. Ладно, покажи. Вот. 13:00, отель «Центральный», от некой К. И Катя тебя там ждала. К – это клиент, с которым я встречался в этом отеле на втором этаже, в ресторане. Хорошо, если не веришь мне, позвони, проверь. Давай. Давай. Ну и что? Да, смотри, вот. Алло, слушаю вас, Михаил Петрович. Говорите. Убедилась? Меня обижает, что ты не веришь мне. Тем более шпионишь за мной. Ладно, проехали. Давай ключи. Ну, ты уверен, что тебе нужно? Я-то в порядке. А вот ты, по всей видимости, еще не пришла в себя. Мне еще нужно успеть вернуться к клиенту. Отвезу тебя и обратно. Thank you.
Здравствуйте. Ну, Ольга Николаевна, что у вас опять стряслось? Там опять кто-то проник в квартиру, зеркало разбили, музыку эту чертову включили. Пойдемте, я вам все покажу. Ну, пойдемте, пойдемте. Ольга Николаевна, вы что, издеваетесь надо мной? У вас в квартире идеальный порядок. Я серьезно вам говорю, там было разбито зеркало, осколки, кругом музыка это звучало. Может быть, вы и сейчас музыку слышите? Сейчас не слышу, потому что ее нет. Значит, все нормально. И я могу идти. Да, с головой совсем плохо. Да, а у нее и мать была такая же. 20 лет назад он из окошка вышла. Понятно. Да. Значит, все повторилось. С зеркалом было так же, как с букетом. Детка, я очень волнуюсь за тебя. Я вот думаю. Если это не Катя, а что если это... Кто? После того, как ты ушел от меня, я встретилась с Глебом. Я когда-то должна была выйти за него замуж, а потом бросила ради тебя. Так. И сейчас между вами что-то было? Нет, мы просто встретились, как старые друзья, и поболтали. Ну, может быть, он рассчитывал на что-то большее, а теперь мне мстит. Если он рассчитывал на большее, значит, ты дала ему повод. Я не давала никакой повод. Может, он себе там в голове что-то придумал, ну... А теперь преследует меня. По-моему, ты просто себя накручиваешь. Нет, я, конечно, сменю замки ради твоего спокойствия, но ты же понимаешь, что вся проблема в твоей психике. Ты явно не в себе, детка. Давай завтра съездим к психиатру. Нет, пожалуйста, нет. У меня есть нет. Отличный психиатр, мой знакомый. Доверься мне, просто доверься. Скажите, а вот эта музыка, которая у вас связана с травмирующими воспоминаниями, бывает так, что... Она иногда звучит просто так, в голове. Нет. Точно нет. А как давно это у вас началось? Ну, около недели назад. Возможно, это я виноват. У нас в последнее время были сложности в отношениях. Да, я тоже склоняюсь к тому, что это последствия стресса. Не обязательно, что в нем виноваты вы. Словом, пропишу вам антидепрессант. А вы уверены, что это действительно необходимо? Абсолютно уверен. Совершенно необходимо. Залорд – прекрасный препарат и совершенно безобиден. Я иногда и сам его принимаю. Постараюсь сегодня не задерживаться. Я не хочу это. Детка, ну, мы же уже все обсудили. Ты сама слышала, что сказал врач? Ты должна постараться. Умница. Я скоро. Хорошо. Thank you.
Я же говорил, живая. Ты же упертая, Марин. Ты ж пока здесь все по винтикам не разберешь, не успокоишься. Опять новый труп. Где начнешь копать? Начну копать под водой. Афродита из пены морской. Подарок от Нептуна. Марина, спасай, я в ловушке. Что у нас тут? Проникновение? Угроза убийства? Очередной фиаско в любви. Устоишь? Удержишь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я муж Ольги Крыловой. Мне позвонили и сказали, что ее привезли сюда на скорой. Да, да, такая больная. Поступила пару часов назад. Вы молодец, что быстро приехали. Она вас постоянно спрашивает. А что с ней? Ее нашли в парке без сознания. К сожалению, я не помню, что произошло. Но я могу вас успокоить. Жизненные показатели в норме. То есть с ней все в порядке? Врач пока не может поставить диагноз. Нужно обследование, чтобы ваша жена оставалась в больнице. Можно ее увидеть? Да, конечно. Пятая палата. Спасибо. Миша, Маша, пожалуйста, забери меня отсюда. Господи, детка, как же ты меня напугала. Миша, я сама не понимаю, как это получилось. Но я здесь не останусь. Поехали домой, пожалуйста. Врач сказал, что ты должна остаться. Нужно понять, чем был вызван обморок. Назначить лечение. Я просто потеряла сознание. Может, от жары? Послушай, мне сказали, что тебя нашли в парке. Ты чего там вообще делала? Я пытаюсь вспомнить, но у меня не получается. Вот видишь, ты еще не до конца здорова. Нет. Миша, я не останусь здесь. Держи. Ну ты как? Спасибо, уже лучше. А зачем ты мне сахар добавил? Я же без сахара пью. Прости, на автомате добавил. Ну ты же тоже без сахара пьешь. Ошибаешься, детка. Когда у меня на работе оврал, я пью кофе только с сахаром. Давай я сделаю другой. Нет, нет, все в порядке. Послушай, я очень волнуюсь за твое состояние. Что если это не депрессия, я не знаю, что-то более серьезное? Если раньше это были просто фантазии, то теперь навязчивые идеи, бессмысленные упреки. Мне кажется, тебе становится только хуже. Миш, ну я же только начала пить таблетки. Может, они мне помогут. А если нет?
Если приступ повторится, я сама лягу в больницу. Обещаю. Хорошо. Только не забывай пить таблетки. Девушка, вам помочь? Вы для кого цветочки ищете? Вы делаете букеты с чертополохом? Да, мы их добавляем иногда в мужские букеты. Кстати, очень оригинальные композиции получаются. Мне прислали из вашего магазина недавно букет. Там были сухие розы с чертополохом. Может, вы помните, кто такое заказывал? Сухие розы? А с чего вы взяли что-то из нашего магазина? Там на упаковке был ваш логотип. Нет, вы знаете, мы такие букеты не делаем, и я бы тоже не стала. И вообще, на языке цветов это не очень хорошее значение. Какое? Пожелание тяжелой болезни и даже смерти. Ну, кто-то же его заказал и сделал это в вашем магазине. Девушка, ну я не знаю, но у нас нет сухих цветов. У нас их свежими сразу разбирают. Ну, может быть, кто-то взял нашу фирменную упаковку и завернул свой букет в нее. Ну, простите, я не знаю, чем вам помочь. Нин, я понес на Ленина 7 и Парковую 12. Хорошо, я запишу. Спасибо. Подождите! Пожалуйста, подождите. Вы меня не помните? Нет, я вас не помню. Вы неделю назад доставляли мне цветы. Это точно были вы. Вспомните, Заповедная 14. Да, туда вроде отвозил. Это был букет розы с чертополохом. Это же в этом магазине делали букет? Это был частный заказ. От кого? Понятия не имею. Я также выходил из магазина, ко мне подошел мужчина и попросил доставить цветы. А как он выглядел? Я его не разглядывал. К тому же он был в темных очках. Секундочку, подождите. Сейчас, пожалуйста. Это он? Вроде похож. Извините, я тороплюсь. Что случилось? Глеб, пожалуйста, выслушай меня, не перебивай, ладно? Глеб, прости меня. Я понимаю, это трудно, я слишком перед тобой виновата. И тогда, что не вышло за тебя, и сейчас. Возможно, я там в ресторане дала тебе какую-то надежду, но... Глеб, я замужем. И с мужем у нас просто были трудности. Я давно все это уже понял, мне не за что тебя прощать. Тогда зачем ты все это делаешь? Делаешь что, Оль? Успокойся, пожалуйста, объясни, что происходит. Ты вся дрожишь, ну? После всего этого мне кажется, что я с ума схожу. Будто я повторяю судьбу своей мамы. Она тоже часто говорила о каких-то странных вещах, и ей никто не верит. Я тебе верю. Верю, слышишь? У всего, что ты говоришь, есть своя логика. Кто-то уже один раз проникал к тебе в квартиру, правильно? Значит, у нее есть ключ. Все остальное можно было подстроить. Осталось выяснить, кому и зачем это нужно. Кто желает тебе зла? Я не знаю, я... Все можно объяснить, кроме одной... Галлюцинации с мамой? Когда они начались? Ну, вспоминай, что ты до этого делала, вспоминай. Ну, я просто домой возвращалась. Оля, у меня есть знакомый психотерапевт. Если хочешь, ты можешь к нему обратиться и... Нет, не надо. Я все-таки принесу тебе чаю.
Здравствуйте. Здравствуйте. Срочно! Николай Петрович, давайте. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Как вы себя чувствуете? Сколько пальцев я показываю? Два. А сейчас? Четыре. Замечательно. Что со мной случилось? Эпилептический припадок, вызванный наркотической интоксикацией. Но не волнуйтесь, мы уже промыли вам желудок, так что все хорошо. Вы мне вот что скажете, Ольга Николаевна. Откуда у вас вот эти таблетки? Это мои антидепрессанты, мне их врач выписал. Настоящие антидепрессанты, вот. Вот, пожалуйста, сравните. Эти таблетки отличаются формой и цветом. Поэтому я вас и спрашиваю, откуда у вас вот эти таблетки? Скажите, а мои таблетки, они могут вызывать галлюцинации? Скажем так, галлюцинации – это самые легкие последствия от приема этого вещества. И думаю, вам хорошо это известно. А кому из родственников мы можем позвонить, чтобы приехали и привезли вам вещи? Нет, пожалуйста, не надо никому звонить. Мне уже гораздо лучше, я пойду домой. Ольга Николаевна, Ольга Николаевна, спокойно. У вас капельница стоит. Вот когда закончится, тогда и поговорим. Хорошо? Отдыхайте. Да, я вижу, какая-то нетипичная суицидница пыталась покончить с собой в больнице, ну, видимо, для того, чтобы ее откачали. Ну, вы все сделали правильно. Так, а вот эти таблетки нужно сдать на экспертизу. Угу. А с ней что делать? Ну, как что? Давайте потихоньку начинайте ее оформлять к нам в психиатрическое. Угу. Хорошо. Кать, привет. А ты можешь за мной приехать? А что случилось? Я тебе потом все объясню. Просто приезжай, срочно.
Кать, спасибо тебе. Извини, я тогда наговорила тебе много всего. Я знаю, ты ни при чем. Похоже, у тебя был нервный срыв. Это все из-за мужа. Он затеял какую-то игру и хочет свести меня с ума. Миша? И зачем ему это? Все эти странности, о которых я тебе говорила, это все его рук дело. Подожди, сначала ты подозревала Глеба, потом меня, а теперь мужа? Потому что это он настоял, чтобы я пошла к психиатру. Мне выписали антидепрессанты, а он подменил их на наркотик, от которого у меня начались галлюцинации. И теперь меня хотят упечь в психушку. Оля, может быть, тебе действительно нужна помощь? Ты об этом не думала? Да я точно знаю, что он подменил таблетки. Потому что он покупал лекарства по рецепту. Что, ты мне не веришь? Миш, привет, это Катя. Нам с тобой срочно нужно поговорить. Я переживаю за Олю. А что случилось? Не по телефону. Ладно, ты где? Возле вашего дома. Можешь подождать? Я подъеду минут через 20. Да, хорошо, давай. Значит, приступ повторился. Такое с ней уже не в первый раз. Наверное, я не должна была ей помогать. Ей лучше было бы остаться в больнице. Я попробую убедить ее лечь на обследование. Спасибо, что сообщила мне об этом. Если она пытается с тобой снова связаться, сразу звони мне, хорошо? Хорошо. Вась! Давай! Ну-ка, отвали от машины! Уши надеру! Побежали! Ты не сомневайся, я об Ольге позабочусь. Куда это ты собралась? Я решила к тетке съездить на пару дней, сменить обстановку. Я как раз собиралась тебе звонить. Надеюсь, ты не против? Конечно, против. Как я могу отпустить тебя в таком состоянии? Я знаю, ты из больницы сбежала. Пойдем домой, детка. Я правда должна срочно поехать туда. Я понимаю. Мы обязательно навестим твою тетю. Вместе. На выходные. Хорошо? Не хочу. Нет, пожалуйста, пусти меня. Все хорошо. Сейчас это все пройдет. Тише, тише. Пожалуйста, помогите кто-нибудь! Пожалуйста! Мне что, психиатра вызвать? Давно пора. Вся в мать. Против генов не попрешь. Пойдем домой. Пойдем, пойдем, пойдем. Все хорошо. Ты сегодня уже приняла таблетку? Да. Детка, почему-то мне кажется, что ты мне врешь. Нет, я правда принимала. Правда. Ну, принеси, пожалуйста, флакон. Хочу, чтобы ты это сделала при мне. Серьезно? Абсолютно. Я жду. Даже не знаю. Может, потеряла где-то?
я правда выпила сегодня таблетку. А завтра мы новую купим, да? Как хорошо, что я взял сразу два курса. С Ольгой нужно поговорить. Ты кто такой вообще? Я? А что, так сильно изменился? Мы, правда, виделись давно, всего пару раз, но… Оля уже спит. Прости, я разбудил тебя? Нет, я не сплю. Что-то не так? А что, твоя рана не зажила еще? Нет, еще не зажила. Слушай, что-то жарко так. Пить очень хочется. Ты лежи, я принесу. Нет, не надо, я сама. Все равно не спится. Детка, ты скоро? Ты уже проснулась, детка. Какая же ты сладкая, когда спишь. Вот. Без сахара, как ты любишь. Спасибо, мне не хочется. Может, ты думаешь, что я хочу тебя отравить? Отличный кофе. Но с сахаром было бы лучше. Знаешь, я думаю, тебе действительно нужно сменить обстановку. Только зачем ехать к тете? Она же в городе живет. Никакой романтики. Может, лучше съездим в дом моих родителей? Ты же там никогда не была. Лес, озеро. Полный покой, как и рекомендовал психиатр. Ну, что скажешь? Отличная идея. Я готов на все ради твоего выздоровления.
здравствуйте. Здрасте. Ну, как она? Нормально. За город едем на дачу. Свежий воздух – лучшее лекарство. Ну да, ну да. Забыла? Не забыла. Отлично. У меня лодка в сарае простаивает. Поплаваем по озеру. Тебе понравится. Обещаю. Ну, давай! Оль! Говоришь, детка. Все, все, все хорошо. Успокойся, ну, все нормально. Все хорошо. Давай, пойдем. Вы зря звоните. Они еще утром уехали. А куда? На дачу, свежим воздухом дышать. А случайно адреса дачи не знаете? Ой, понятия не имею. Спасибо. Да не за что. Кать, привет. А ты не знаешь, где дача Ольги? Дача? У Оли нет дачи. У Михаила был старый дом. А что случилось? Слушай, сейчас некогда объяснять, я тебе потом расскажу. А ты можешь по своим каналам пробить адрес этого дома? Ты же все-таки риэлтор. Попробую, перезвоню. Ага, давай. Чего, на руках, что ли, понести? Добрались-то, наконец-то. Ты смотри, а. Прям тут оставила. Да. Хорошая штука. Надежная. Техника безопасности. Ты чего стоишь-то? Разбирай продукты,
поесть что-нибудь приготовь. Я сейчас вернусь. Дергайся ты. Сиди ровно, я говорю. Оля, Олечка, открой дверь. Олечка! Оль! Ну, что там? Там, кажется, ошибка в имени. Фамилия совпадает, дата рождения. Но это все, что мне удалось найти. Я, кажется, начинаю понимать. Что? Почему он меня тогда не узнал? Спасибо, Катюш. А ты куда, Глеб? Серьезно? Убить меня хочешь? Давай, попробуй. Я так и думал. Отдай нож, он острый, вдруг еще порежешься. Вот. Ну что, пойдем домой? Детка, я не хочу тебя бить. Не вынуждай меня. Отпусти. Что это? Это? Это Роза. Ты не Миша. Кто ты? Слишком много вопросов, детка. Пошли. Пошли, я сказал. Дергайся. Бей. Я не буду это пить, я знаю, что это наркотик. Бей, я сказал! Почему ты меня сразу не убьешь? Зачем ты меня пичкаешь этим?
Если ты это не выпьешь, я порежу твое красивое личико. Тихо-тихо-тихо. Это я, Миша. Что он с тобой сделал? Кто он? Гриша, мой брат. Он держит меня тут уже 2 недели. Он это все давно спланировал. Вот, как и договаривались. Я могу помочь тебе устроиться на работу. Деньги хорошие, офис чистый. Да не, братан. Ты же знаешь, это не мое. Но я не смогу тебе и дальше помогать. Я ведь больше не прошу. Лучше расскажи, как сам. Да, по-разному. Глотнем пивка, промочу горло. Ты сидишь, как не родной. Да нет, спасибо, я за рулем. Ну да. Как я мог забыть? Если что, у меня останешься. Места много. Пей. Ну что, как жена? Да, нормально. У нас сейчас такой сложный период. Сколько вы с ней уже? 5? 7. Я от нее ушел. А чего так? Да представляешь, завел интрижку, Оля нас застукала. Теперь на грани развода. Ну так разводись, в чем проблема-то? Не. Квартира ее, а бизнес я с ней делить не собираюсь. Чё, братан, башка закружилась? Почему ты мне никогда не рассказывал, что у тебя есть брат-близнец? А зачем? Мы с ним почти не общаемся. Он позор семьи. 3 судимости, 1 в 17. Из-за него у отца случился инфаркт. А мама не пережила папу. Даже на 1/2 года. Что ему от нас надо? Я боюсь, что мы отсюда не выберемся. Нет, нет, мы должны попытаться. Бесполезно, ты заперта. Привет, детка. Соскучился, Михаил Петрович? Не называй меня так. У нас все по плану? Почти. Представляешь, сбежать пыталась. Да ладно, а где машина? Да он за сараем припарковал, от глаз подальше. Она таблетки съела? Не впихнул ей одну. Надо ей побольше скормить, Гриш. Мы ее будем потом топить, возни с ней не оберешься. Детка, я тебя обожаю. Подожди, у меня для тебя сюрприз. Так. Смотри. Сегодня я снова стану блондинкой. Мне же не нужно больше быть похожей на Катю. Да ты моя красавица. Как вы тут?
что, братан, познакомишь меня со своей женой? Оставь ее в покое, она здесь ни при чем. Дорогая, пришло время пить лекарство. Боли, беги, я задержу его! Сядь на место! Значит, она тебя развязала, да? Не трогай его! Рот закрой! Хозяева, есть кто дома? Здравствуйте. Здравствуйте. А это же деревня Грибки, 22. Это же вы дом продаете, правильно? Да, все верно, но только мы ничего не продаем, вы ошиблись. Жаль. Такое место красивое. Да, место отличное. Мы с мужем любим сюда приезжать. Здесь лес, озеро недалеко и никого вокруг. Всего доброго. Извините. До свидания. Считаешь меня чудовищем? А твой муж не рассказывал тебе, что сделал? Ник, давай, расскажи, как ты меня подставил. Не хочешь, да? Руки. Тогда я расскажу. 6 лет назад мы с ним возвращались из гостей. Он сидел за рулем, а я пьяный спал рядом. Так вот, твой муж насмерть сбил человека. И знаешь, что сделал этот урод, пока ехала полиция? Ты тащил меня за руль, а сам свалил. Видимо, подумал, что мне уже терять нечего, раз я делал пару ходов. Да, Мих? А? Так что я сидел за него 5 лет. Он украл 5 лет моей жизни. Так было? А? Ну! Это правда. И теперь я украду его жизнь. Хороший перстенек. Не то, что у меня. Слушай, я отдам тебе все, что есть. Квартиру, бизнес. Ну, допустим, бизнес и так будет моим. Ирка вон сразу уехала в тему. Так что об этом не беспокойся. Лучше расскажи нам про свою жену. Что ты имеешь в виду? Какие у нее слабые стороны? Как ты ее называешь? Что она любит? Чего боится больше всего? Нет, нет, я прошу, не трогайте Ольгу, она тут ни при чем. Он меня бесит. Ну что, Михаил Петрович, сам расскажешь или тебе помочь? А что вы хотите знать? Ну, для начала, чего она боится больше всего? Ее мать сошла с ума и покончила с собой. И больше всего она боится повторить ее судьбу. А это как раз то, что нам нужно. Представляешь, он так трясся за свою шкуру, что сдал тебя с потрохами. Его даже пытать не пришлось. Так, припугнули чуток. А ты не переживай. Ты не сумасшедшая. Но все вокруг считают иначе. Так что с тобой произойдет несчастный случай. Ты утонешь в озере, наглотавшись таблеток. Не вздумай! Закрой свой рот! Это сейчас
ты их не хочешь. А вот посидишь пару-тройку дней без воды и сделаешь все, что я захочу. А ты, гаденыш, будешь сидеть здесь до конца своих дней. Потому что просто сдохнуть будет для тебя слишком легким выходом. Вы что себе позволяете? Вам что нужно? Извините, за назойливость, за Ольгой вернулся. Какая Ольга? Вы кто такой? Вон из моего дома! Я видел ее машину. Где Ольга? Какого хрена? Гриша. А, Гриша. Ну-ка стой там, где стоишь, Гриша! Оно не заряжено. Ну все, спаситель. Тихо, тихо, тихо. Ружье дай. Держи. Гриша! Где Ольга? Где Ольга, я тебя спрашиваю? В сарае за домом. Гриша. Что? Шустрее! Больно? Немного. Как ты меня нашел? Сейчас. Оль, поехали домой. Вези меня отсюда. Оль! Уже больше года у вас не было срывов. Динамика просто замечательная. Убью! Своими руками убью! Тварь! Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Да давай вместе вести это дело. Она же акула, кого хошь сожрет. Да не акула она никакая. Понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Вы все вспомните. Ну, то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом?